Здравствуйте, приветствую вас. Одесса, 11 мая. На сегодня прекрасная погода, с каждым днем становится теплее, ясно, солнечно. Наши новости. Ночью была недолгая воздушная тревога. Утром тоже уже около 10 воздушная тревога была. Это сейчас вот такие маркеры, на которые мы все обращаем внимание. Ну, стараемся держаться бодро. Новый день, новые эмоции. Хотелось бы побольше положительных. Сейчас каштаны разрастаются с невероятной силой. Все такие зеленые. Что сегодняшний день нам приготовил, мы еще не знаем. Надеемся, он будет мирным. В нем будут положительные эмоции. Пишите в комментариях о вашем настроении, вашем настрое. В городе, как я уже говорила, все тихо, спокойно. Каждый бежит по своим повседневным делам. Все работает, все функционирует. Даже в общественном транспорте стало больше людей. И так как с каждым днем все теплее и теплее, уже тянет на море, к морю. И очень хочется в этот летний сезон вдоволь наплаваться, накупаться и позагорать. Надеюсь, наши летние морские планы осуществлятся. Буду рада вашим комментариям. Пишите, рассказывайте. До новых видео. Пока-пока.